Доставка для Лоры Франко. Он меня бросил. Мне необходимо кого-то обнять. Даже не знаю. Вы очень добры. Выставил меня из квартиры. Моя жизнь кончена. Не раскисай. Съешь еще сладенького. Все кончено. Поспи. И не реви. Соберись уже. Кто здесь? Как дела? Заключим сделку. Даю тебе 2 недели. Не станешь счастливым? Проваливай! Что вчера делала? Заедала. Готовилась к прослушиванию. Давай что-нибудь повеселее! Со мной произошло кое-что странное. Да сколько ж можно! Представляешь? Не сейчас. У меня карате. Главное, не реви! Вы знакомы? Да. Нет. О. Да, я пошутил. Мы были вместе 5 лет, но я все испортила. Этот козел бросил тебя в больнице? Я не могу. Мне нужно время на себя. Могу сожрать его 2 секунды. Но ты же еще больше рыдать будешь, да? Он будет на вечеринке на Хэллоуин. Можешь пойти со мной? Зовешь меня на свидание? Нет. Тогда я не пойду. Ладно. 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 Я видела тебя с ней, но почему-то я все еще тебя люблю, хотя и не хочу этого. Еще 2 дня и квартира моя. Как я могу стать счастливой? Посмотри на меня. Я смотрю. Видишь? С этого ракурса я вижу тебя со всех сторон и нахожу монстрически привлекательной. Издеваешься? Вовсе нет. Я ужасна. Мой сосед – монстр. Кино с 12 декабря.